Россия и Шри-Ланка стали еще ближе. В Крымском отделении Почты России прошла официальная процедура спецгашения двойных почтовых марок, посвященных годовщине установления дипломатических отношений между СССР и Островной Республикой. Знаки, которые украсят любой конверт, представляют архитектурные памятники Крыма и Шри-Ланки. Что именно изобразили на новых марках, расскажет Екатерина Наумова. Эта процедура занимает всего несколько секунд, но в дальнейшем именно проштампованные конверты имеют большой спрос среди филателистов. Ведь процедура спецгашения длится всего один день. Штемпель изготовлен на высоком художественном уровне и отличается от обычного календарного тем, что в нем указана дата, место события. Данный штемпель действует всего лишь один день. После этого он передается в Центральный музей связи имени Александра Степановича Попова. Выпуск новых марок посвятили 60-летию дипломатических отношений России и Шри-Ланки. На одном почтовом знаке изобразили буддийский золотой храм Дамбула, а на другом – православный Бахчисарайский Свято-Успенский мужской монастырь. Во-первых, это история, о которой должны знать многие, да, особенно вот наш весь христианский мир. То есть не мыслить себя без храма. Это дом Божий, это дом молитвы, это дом духовного возрастания человека, да, прежде всего спасение души каждого христианина. Всего в продажу поступят 200 тысяч подобных марок, по 100 тысяч с изображением Бахчисарайского Свято-Успенского мужского монастыря и столько же с изображением золотого храма Дамбула. Стоимость каждой марки 35 рублей. Ну а вместе с вот таким необычным конвертом, который можно использовать специально по назначению, 81 рубль. Екатерина Наумова, Игорь Сюткин, новости 24.